Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Вот и мы сейчас переживаем такие роковые минуты. Я показываю сейчас картинку, где есть картинка старенькая, ей уже лет, наверное, ой-ой-ой, сколько, с 92-го года, наверное, она. Идет человек и идет, и тропинки пересекаются в виде креста. Вот каждый идет по своей дороге, каждый несет свой крест. А сейчас у нас вселенский крест мы несем. И живем в условиях карантина, в условиях надежды, что все пройдет, все будет хорошо, и каждый в карантине выражается по-своему. Я выражаюсь в рисунках. И если бы я так думаю, что вирус в каждом из нас пробудил что-то свое и позволил каждому сделать то в этом карантине, что он давно мечтал об этом. Вот, наверное, я бы никогда не нарисовала столько картинок, вот как началось все с этой миниатюрки, давно-давно-давно. Как сейчас. Вот я сейчас показываю, сколько я нарисовала. Я тут соорудила импровизированную такую галерею, чтобы посмотреть. Здесь уже 31 картина. Картинка маленькая. Но все они войдут в статус картин, когда будут оформлены в красивые рамы, в паспорту. А сейчас они просто как маленькие дети, еще не запеленутые. Вот, открытые, такие вот трогательные. Это мой мир, который благодаря вирусу, как бы это ни звучало странно, вот, вырвался наружу. Вот смотрите, у меня была такая склонность рисовать, значит, вот эти миниатюрки, это когда-то я рисовала. Вот еще, вот 2007 год. Вот, а потом пошла карусель с портретами, больше 1000 портретов я нарисовала за 13 лет работы художником. Когда вплотную я уже стала рисовать, это стало работой, и мы с Сережей, с братом открыли галерею, вот, художественную, где я рисую портреты и на заказ картины. И редко когда, допустим, появляется минута, когда вот просто хочется что-то для себя нарисовать. А сейчас эта минута появилась, и, возможно, никогда бы я не нарисовала вот за буквально за неделю. Это вчерашние работы. Столько акварелей, вернее, акриловых работ в акварельной технике, в гуашевой технике, пастозно. Вот никогда бы не было столько работ у меня, если бы, допустим, я жила в привычном типе работа, заказы, портреты, которые тоже надо. Это вот мои начались мартовские работы, вот перед вами, мартовские. А это уже в карантине, вот в этой папочке слаживаю. Их на сегодняшнее утро уже 31 работа. Вот эти вот мои, которые... Я не знаю, какие-то сюрреалистичные картины две. Но на фоне кофе они выглядят очень даже так мило. Вот. И здесь я покажу вот моя бабулечка. Ей в марте, 23 марта, исполнилось бы 105 лет. А прожила она 98, ребята. Так что будем жить. И вот бабулечка смотрит на мои картины, ну так визуально. Она всегда говорила: «Ой, Ларисочка,